Новогодние подарки – настоящий праздник воспитанникам детского дома «Таншолпан» подарили клиенты и сотрудники одного из крупных фитнес-центров города. Благотворительная акция «Елка добра» для детдомовцев прошла по инициативе аппарата Акима Октябрьского района. Новогоднюю сказку увидела наш корреспондент Алина Акбаева. В этом детском доме ребята по-особенному готовились к предстоящему новогоднему празднику. Каждый ребенок написал письмо Деду Морозу со своей заветной мечтой. А сотрудники одного из фитнес-центров города с радостью разместили у себя на елке письма воспитанников. Все именные пожелания мальчишек и девчонок за считанные часы разобрали клиенты и сотрудники центра. И каждый ребенок получил в подарок именно то, о чем написал в письме Деду Морозу. Дорогой Дедушка Мороз, я поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе здоровья, счастья, чтобы ты к нам приезжал каждый год. И я тебя хочу попросить зеленую елочку. Мы коньки. А мы, когда на лыжи ходим, мы в Акжелта ездим кататься, и я заказал, чтобы потом кататься. Я написал Деду Морозу, что я хочу себе велосипед, чтобы на нем ездить. Мне нравится он. Я люблю кататься на велосипедах, и чтобы ездить, чтобы не ходить по дорогам, а ездить в школу. Этот волшебный праздник Деда Мороза и Снегурочка с нетерпением ждали все ребята. Воспитанникам детского дома показали необычное шоу. Мальчишки и девчонки не только играли, танцевали и водили хороводы, но и участвовали в химических трюках с пузырями и огнем. Дети своей открытостью и искренностью покорили организаторов. А сотрудники фитнес-центра хотят и в дальнейшем помогать детским домам. Мы хотели просто подарить детям чудо, чтобы не переставали верить и не в Деда Мороза, потому что даже взрослым людям это надо, им необходима эта вера. И елка называлась «Добра». Мы решили спонтанно абсолютно делать не то, что акцию, это просто помощь. Это просто и члены клуба, они-то у нас отзывчивые, они решили тоже помочь, поучаствовать. Во-первых, почувствовать себя этой волшебниками и дать ребенку вот это чудо. Детскому дому «Таншолпан» 11 лет. За эти годы в стенах этого интерната получили воспитание 170 детей. Сейчас здесь воспитываются 92 ребенка из разных районов области в возрасте от 5 до 18 лет. И каждый из этих детей верит в то, что мечты сбываются. Алина Акбаева, Дмитрий Оборг, Евгений Макаров, 5 канал.